Казанском университете состоялось открытие регионального представительства Ассоциации исламских психологов Республики Татарстан. Площадкой проведения открытия стал Институт международных отношений, истории и востоковедения. Ассоциация исламских психологов – это всероссийская ассоциация, которая координирует деятельность тех, кто занимается психологической помощью мусульман. Мы уже не первый год сотрудничаем с психологами Республики Татарстан и организовывали круглые столы, курсы повышения квалификации, КФУ и ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования занимается организацией вот таких вот образовательных программ. В рамках открытия пройдет цикл научно-практических семинаров, где будут рассмотрены различные подходы к психологическому консультированию мусульман, отдельные аспекты проявления религиозно-ориентированного экстремизма и другое. Цель нынешнего приезда именно для того, чтобы объединить всех психологов, работающих с мусульманами в Татарстане, и для того, чтобы мы могли делиться опытом, развивать психологию ислама как научную отрасль знаний. Завершится мероприятие проведением круглого стола на тему координации деятельности по духовной безопасности общества. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.